мальчик, который одет как девочка. Чтобы никто не знал, что растет наследник. Но Иван Грозный узнал и забрал мальчика к себе. Мальчик получает хорошее образование, но умирает в день своего совершеннолетия от отравления. Потому что Иван Грозный боится, что он, как законный наследник, может претендовать на престол. Ужас. Russian History on Russian Travel Guide.